28 апреля 2021 года стало знаменательным днем в истории омского спорта. «Авангард» впервые завоевал Кубок Гагарина. А уже на следующий день хоккеисты прилетели в наш город, чтобы разделить радость долгожданной победы со своими самыми преданными болельщиками. У трапа самолета триумфаторов нынешнего сезона континентальной хоккейной лиги встречал губернатор региона Александр Бурков и десятки журналистов. А на выходе из аэропорта свою любимую команду ждали омские поклонники хоккея. Вечером на площадке устроившегося многофункционального спортивного комплекса «Арена» состоялось чествование команды. Здесь «Авангард» приветствовали несколько тысяч мячей. Пришло уже, не терпится выйти, наверное, на сцену, порадовать всех болельщиков. И столько народу и ехали сейчас. Все радуются, все сигналят, все свистят. Это прекрасное чувство. Считаем, было бы правильно и логично писать имя команды в историю города Омска. И поэтому одна из улиц, новых улиц города, будет названа в честь «Авангарда». За высокие достижения губернатор вручил всем игрокам команды и тренерскому штабу награды за заслуги перед Омской областью. А Александр Крылов в ответ подарил главе региона чемпионский свитер и кепку. Standing in front of you. You were cheering us, but we had nothing. We finished second. We had a great year, a great playoff run, but we had nothing to offer you. This year, the Gagarin Cup is for you. Точно так же стояли перед вами, и вы все нас поддерживали, но нам нечего было вам дать. Мы закончили вторыми серебряными медалями, но сегодня мы привезли для вас Кубок Гагарина. I just want to say спасибо большое to all the fans that follow us everywhere. We go in so many rings, and you guys are there to cheer us. Thank you very much. Спасибо вам огромное! Что?